В центре социального обслуживания за все время успел образоваться дружный коллектив, в котором одинаково относятся как к новым сотрудникам, так и к более опытным. Сегодня они отмечают свой день и поздравляют друг друга. Особенно поздравляют Людмилу Бондареву, которая не раз занимала победные места в конкурсах, а также получала благодарность от губернатора. Соцработником, как она сама рассказывает, стала по воле случая, однако теперь это дело ее жизни, которому она посвятила уже 13 лет. И хотя, как она отмечает, порой приходится сложно, благодарность подопечных полностью все окупает. Сегодня у них настроение есть, завтра нету. Очень много проблем у них возникающих, да, когда мы непосильно не можем справиться то, что они хотят именно сегодня. Но находим общий язык. У меня есть бабушки, которые со мной по 13 лет. Они уже стали совсем старенькие. Уже кто-то и лежачий. Но от меня никто не хочет уходить, хотя у нас есть специализированное отделение, в которое они могут перейти, где будет и медсестра, и соцработник. Но все со мной. Есть соцработники и с меньшим опытом, но не меньшим энтузиазмом помогать людям. В условиях распространения коронавируса им пришлось осваивать новый формат работы вместе с получателями услуг. Для последних организуются специальные вебинары. А в период самоизоляции наше учреждение уделяет огромное внимание работе с получателями социальных услуг с использованием информационно-коммуникативных технологий. Поскольку здоровье напрямую связано с движением, а в период самоизоляции нам всем не хватало двигательной активности, наше учреждение организовало трехдневный онлайн-марафон, гимнастический онлайн-марафон. Спрос, как оказалось, на подобные проекты есть, поэтому такой онлайн-формат продолжает свою работу, а специалисты готовят новые актуальные темы. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые получатели социальных услуг. Сегодняшнюю нашу встречу в школе по уходу мне хочется открыть такими словами русской пословицы: «Разделенная радость – это двойная радость, разделенное горе – половина горя». Однако сегодня в Центре социального обслуживания разделяют именно радость. Уважаемые коллеги, разрешите мне сегодня поздравить вас с профессиональным праздником – День социального работника. Это профессия доброты, теплоты к человечеству. Я вам говорю огромное спасибо за тот труд, который вы несете каждодневно нашему уважаемому населению. Здоровья, сил, терпения, радостного настроения вам, дорогие. Спасибо за ваш огромный труд. В период самоизоляции соцработниками обслужено более 100 человек. Столько же специалистов задействовано, причем на каждого из них, в общем, приходится по 10 получателей услуг. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5-й канал.